Сегодня я снова пеку хлебушек. И вот сегодня у меня такая дилемма. Тесто то же самое. Тот же самый рецепт. Просто я его решила сделать немножко по-другому. По методу, как итальянцы делают чиабатту. Они берут... Ну, это я сразу не начала снимать. Просто смотрю, ну супер какой-то получается. Потом итог сделаю. Покажу, как оно получится. И вот так вот вытягивают. Это вытягивают само тесто, не вымешивают, когда оно подошло уже в горшке в этом, а вытягивают. Получается, как будто запечатывание этих пузырьков. Вот. Одной рукой неудобно, мне сейчас двумя сделаю. Вот. И теперь мне, может быть, маленькая будет эта форма. Посмотрим. Посмотрим, как я его сделаю. Должно получиться теперь с большими дырками. Покажу. Вот, я его сейчас немножко потягала. Теперь подождем, когда подойдет. Пускай духовка сейчас нагреется. И в сильно горячую духовку. Посмотрим по другой технологии. Готово. Отдыхаем. Все попрощались с ним? Ну вот, из полкило муки полкило было. Получается хлеб вот таким весом. Экономия на лицо. Главное, на гриле потом задать корочку, чтобы соки не вышли. Посмотрим, какие дырочки при этом методе получились. Пошел по ручек и все, пошли. Ага. Нормально. Среднестатистические.